1 января 1920 года газета «Правда» писала в передовой статье: «Новому году мы предъявляем наши пролетарские требования. Пусть будет этот год годом нашей решительной победы. Пусть будет Новый год началом мирной работы». Так начался год. А когда он был близок к концу, и когда можно было бы, казалось, подвести его итоги, в Москве встретились два человека. Владимир Ильич Ленин и английский писатель Герберт Уэллс. В Москву Уэллс приехал из Петрограда. Первые его впечатления о стране были похожи на взгляд из окна вагона. Что он мог отметить? Можно было увидеть запустевшие поля вокруг обезлюдевших деревень. Можно было увидеть людей плохо одетых, изнуренных постоянным недоеданием. И как символ самого отчаянного бедствия бездомных оборванных детей, кочующих по стране в поисках тепла и хлеба. Вид городов пугал Уэллса. Холодные дома, мертвые магазины, остывшие фабричные трубы. И жители, словно вечно переселяющиеся с места на место, с какими-то узлами и свертками в руках. Это было дальше и непонятнее, чем Марс. Уэллс очень хотел понять ее новую планету, новую Землю. Он старался честно увидеть все, непредвзято отразить истину, правду, но истина как бы ускользала от его взгляда. Опыт фантаста отказывал ему. Действительность была слишком сложна и необычна. Эту Землю 6 лет убивала война, и она еще не затихла. Сибирь только что очистили от колчаковщины. Сам бывший правитель предстал как преступник перед судом народа. Но подручные его еще пытались удержаться. На Дальнем Востоке хозяйничали японские интервенты. Они толковали о поддержании порядка. Это был кровавый порядок. Порядок, при котором убивали без суда. Жгли в паровозных топках, как сожгли Сергея Лозо и его товарищей. На юге окопались деникинцы. Бывшего командующего белыми армиями на английском военном корабле отправили в Константинополь. На том же корабле в Крым был доставлен барон Врангель. Барон давал обязательство разгромить большевиков. Барону давали обязательство поддержки. Врангелевский посол доносил из Лондона: «При начале ваших успехов откроются шансы на помощь Англии». Из Польши шел походом Пилсудский. Управляли походом из столиц Антанты. Только от Соединенных Штатов Пилсудский получил почти 160 миллионов долларов военных кредитов. И вот в этой еще перехваченной огнем фронтов стране громко говорили о близкой победе и о начале огромного строительства. Это было невозможно понять, глядя из окна вагона на паровозные кладбища. А ведь больше половины локомотивов стояли холодными. Невозможно было думать о броске вперед, часами простаивая на полустанках, потому что рельсы впереди были взорваны. И еще труднее было соединить противоречивые факты. Люди голодны, плохо одеты, люди устали. Но после тяжелой работы они добровольно выходят на субботники, они идут на них с флагами, как на праздник. Уэллс приехал к нам в страну осенью. 6 октября в своем кремлевском кабинете его принимал Владимир Ильич Ленин. Стенограммы беседы нет, и мы не можем воспроизвести ее доподлинно. Но позиции собеседников известны нам хорошо. Есть книга Уэллса «Россия во мгле», есть собрание сочинений Владимира Ильича Ленина.
Основное наше впечатление от положения в России – это картина колоссального непоправимого краха. Громадная монархия, которую я видел в 1914 году, с ее административной, социальной, финансовой, экономической системами, рухнула и разбилась вдребезги под тяжелым бременем 6 лет непрерывных войн. История не знала еще такой грандиозной катастрофы. Война кровавая закончена. Теперь мы ведем войну бескровную против разрухи, против разорения, нищеты и болезней, в которые нас повергла 4-летняя империалистическая война и 2-летняя гражданская. Вы знаете, что это разорение ужасно. Но мы знаем, что теперь есть возможность перейти к полному восстановлению промышленности. Мы знаем, что с неба ничего не сваливается. Мы знаем, что коммунизм вырастает из капитализма, что только из его остатков можно построить коммунизм. Из плохих, правда, остатков, но других нет. Трудности этого дела громадные, но это плодотворная работа. Всем выданы хлебные карточки, и люди выстаивают в очередях за хлебом. Но во время нашего пребывания петроградские пекарни не работали 3 дня из-за отсутствия муки. У нас много хлеба, есть теперь уголь и нефть. Все дело сейчас за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Тогда мы подвезем на фабрике хлеб, уголь и нефть. Тогда мы подвезем соль. Тогда начнется восстановление промышленности. Кончится голод фабрично-заводских и железнодорожных рабочих. Железные дороги находятся в совершенно плачевном состоянии. Паровозы, работающие на дровяном топливе, изношены. Гайки разболтались. И рельсы шатаются, когда поезда тащится по ним с предельной скоростью в 25 миль в час. Если мы сумели во время войны все принести в жертву, отдать все лучшие силы, передовые рабочие, коммунисты и курсанты впереди всех погибали, поднимая этим настроение всей армии, то и теперь мы говорим, нам надо выдержать этот фронт хозяйственной разрухи. Как и тогда коммунисты и передовые рабочие, самые добросовестные, самые честные, самые хорошие, самые твердые вперед. За каждый поезд, за каждый паровоз надо воевать, надо бороться. Каждый коммунистический агитатор презирает утопизм и относится с пренебрежением к разумному планированию. Мы развернем широкий план работы, который должен быть связан в представлении широких масс крестьянства с ясной, практически поставленной целью. Этого нельзя сделать в несколько месяцев. Дать программу минимум можно не меньше, чем на 3 года. Но не задаваясь утопиями, можно сказать, что в течение 10 лет мы в состоянии покрыть всю Россию сетью электрических станций. И вот когда появляются большие планы, на много лет рассчитанные, находятся нередко скептики, которые говорят, где уж там нам на много лет рассчитывать. Дай Бог сделать и то, что нужно сейчас. А нужно уметь соединять и то, и другое. Нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на длительный период и на серьезный успех. Как вы представляете себе будущую Россию? Мы начали великую войну, которую мы не скоро окончим. Это бескровная борьба трудовых армий против голода, холода и сыпняка за просвещенную, светлую, сытую и здоровую Россию. Уэллса, фантаста, легко представлявшего себе действия машины времени, пытавшегося заглянуть на 100 лет вперед, будущее России оставалось непроницаемым. Оно было закрыто тьмой. Ленин видел свет над Россией. Еще не кончилась война. Еще каждый день в газетах печатались сводки с фронтов. Северного и западного, южного и юго-восточного, восточного и туркестанского. Но уже 23 января Владимир Ильич просит Гржижановского начать разработку научного, государственного плана электрификации России. Начиналась новая полоса в жизни страны. Это
было похоже на весну, весну тяжелую, трудную, затянувшуюся, но весну, когда земля ждет и требует посева. Весной, в самом конце марта, открылся 9-й съезд коммунистической партии. Его называли съездом великих заданий. Следующим за отчетным докладом Центрального комитета вопросом в порядке дня съезда стоял вопрос о переходе к мирному строительству. Пустить фабрики и заводы, обогреть и осветить города, избавиться от голода. Этого ждали, к этому стремились все. И когда коммунисты избирали делегатов на съезд, то им давали крепкий наказ неуклонно отстаивать, поддерживать линию Центрального комитета партии. Одна из таких резолюций, наказов, была принята на губернской партийной конференции в городе Иваново-Вознесенске. Есть города, которые пользовались особым вниманием Ильича. Москва, Петроград, Иваново-Вознесенск. Ленин не раз подчеркивал, что в самые тяжелые дни борьбы рабочий класс этих городов отдавал революции все силы. И при переходе к мирному строительству впереди шли рабочие Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенска. Что могло быть страшнее для рабочего города, чем остаться без работы? Фабрики стояли. Не было ни топлива, ни сырья. Ткачи ушли на фронт. Только женщины могли оживить эту мертвую панораму. А так нужен был каждый лоскут ситца. Так истомила всех разруха, так опостылила тишина. Двадцать сентября ожили первые фабрики. Была пущена большая Иваново-Вознесенская мануфактура. Это было начало. И это был конец, конец старого Иваново-Вознесенска. Славу красных ткачей продолжил подвиг ткачих. И вела их на подвиг женщина, Ольга Афанасьевна Варенцова, секретарь губкома. Ее знал и любил весь город. Она здесь родилась, выросла. Тут выбрала трудную дорогу, дорогу большевика-ленинца. Она вернулась в Иваново-Вознесенск, пройдя сквозь вихрь трех революций. Вернулась, чтобы продолжить путь шаг за шагом к нам в будущее. В настоящее, в сегодняшний день. Традиции красных ткачей продолжаются. Рассказывает член Президиума Верховного Совета СССР, герой социалистического труда Зоя Павловна Пухова. Уныло и молчаливо стояли ткацкие фабрики в нашем городе в течение целого года. Рабочие из текстильных фабрик направлялись в железнодорожное депо, чистили котлы, тянули на канатах мертвые замороженные паровозы, тем для того, чтобы пустить скорее транспорт. Обо всем этом очень хорошо рассказывала мне лично Таисия Ивановна Шувандина, депутат Верховного Совета первого созыва, в прошлом ткачиха, моя наставница. Биография моя проста и очень похожа на биографии многих женщин нашего текстильного края. Почему я стала ткачихой? Да потому что в нашем городе, в нашей области вырабатывается столько тканей, сколько не вырабатывается ни в одном другом городе нашей страны. Потому что о традициях Иваново-Вознесенских ткачей я слышала с детства. Потому что почти в каждой семье в нашей области есть текстильщик. Вот поэтому я и стала ткачихой. Поступила в школу ФЗУ при фабрике имени Балашова в 1951 году, закончила, была переведена работать ткачихой. И почти 22 года я вырабатывала ткани. Скажу прямо, что коллектив фабрики имени 8 марта, куда я была в 1973 году назначена директором, очень славный, дружный коллектив, который принял меня по-доброму, по-хорошему. И скажу прямо, что первые полтора, первые два года я буквально училась у каждого, значит, инженерно-технического работника, у каждого, значит, рабочего нашего коллектива. Вот уже несколько лет Зоя Павловна работает директором.
Но есть день в году, когда она снова становится ткачихой. День всесоюзного коммунистического субботника. А ведь первый всероссийский субботник состоялся в 1920 году. В Иваново-Вознесенске в нем приняли участие 18 745 человек. После великого почина на Соколиной горе, почина рабочих депо «Москва-сортировочная», субботники обрели громадную популярность. И 9-й съезд партии постановил 1 мая провести субботник всероссийский. Так праздновали 1 мая все вместе, рабочие, курсанты, народные комиссары. Всероссийский староста Михаил Иванович Калинин и всеукраинский глава Григорий Иванович Петровский. И вместе со всеми Владимир Ильич. Говорят, газета живет один день. Нет. Со страниц однодневной газеты «Первомайский субботник» прозвучали ленинские слова, ставшие лозунгом для многих поколений. Мы будем годы и десятилетия работать над применением субботников, их развитием, распространением, улучшением, внедрением в нравы. Мы придем к победе коммунистического труда. 2 часа дня. Владимир Ильич на Театральной площади, нынешней площади Свердлова, закладывает памятник Карлу Марксу. Три часа. Закладка памятника «Освобожденный труд». Ленинский маршрут по Первомайской Москве был долг. Вот так же слушали его в тот день рабочие из Замоскворечья и Красной Пресни, Бауманского и Благуша-Лефортовского районов. Владимир Ильич успел познакомиться с выставкой в Музее изящных искусств и был гостем на открытии рабочего дворца. Как это ни поразительно, русское драматическое и оперное искусство прошло невредимым сквозь все бури и потрясения. И живо по сей день. Оказалось, что в Петрограде каждый день дается свыше 40 представлений. Примерно то же самое мы нашли в Москве. Никогда прежде театральное искусство не имело такой огромной аудитории. Залы заполнил зритель, к которому завсегдатаи ложь еще недавно относились с пренебрежением. Простому человеку, наконец, стали доступны лучшие образцы классического искусства. Он смог посмотреть «Лебединое озеро» Чайковского в Большом театре, послушать Нежданову в «Царской невесте» Римского-Корсакова, увидеть Москвина на сцене художественного театра в роли царя Федора Иоанновича. Малый театр Грибоедов «Горе от ума» в роли Софьи Елена Николаевна Гоголева. В 1920 году, 2 мая, в Малом театре был торжественно отпразднован юбилей 50-летия сценической деятельности величайшей трагической актрисы Марьи Николаевны Ермоловой. В сущности, ее дата была зимой, но это был 1920 год. Это был год, когда наша страна была окружена
еще и войсками Антанты, и разрозненными бандами белогвардейцев, когда кругом были фронты гражданской войны, а в Москве мы все сидели и без отопления, и без освещения, и без воды, сидели закутанные по домам около буржуек в каких-нибудь платках, в старых шубах, в валенках. И Марья Николаевна сказала: ну что мы будем праздновать юбилей, когда вот мы все такие замерзшие, голодные, давайте лучше оставим этот юбилей на весну и отпразднуем его весной. А 20 февраля 1920 года Владимир Ильич Ленин подписал решение Малого Совнаркома о присвоении звания народной артистки, артистки Малого театра Марии Ермоловой. Это была первая драматическая актриса, которой было присвоено звание народной артистки республики. Так вот, что же было 2 мая? 2 мая праздник, в сущности, начался с самого утра. В 11 часов утра на театральной тогда еще площади, теперь площадь Свердлова, начали собираться коллективы всех московских театров. В 4 часа дня Марья Николаевна подъехала к театру. У подъезда была огромная толпа. Тут уже были не только актеры, тут был зритель, тут были ее почитатели, ее старые почитатели и ее новые почитатели, которые уже успели узнать ее, полюбить ее и восхищаться ею. Марья Николаевна была глубоко растрогана. Так она вошла в театр. А театр весь был необыкновенно торжественен в этот день. Горели в полный накал все люстры. Зал был наполнен до отказа. А в первом ряду сидел Владимир Ильич Ленин. И когда вышла Марья Николаевна, то он первый встал, за ним поднялся весь зал, и он первый стоя приветствовал великую актрису. Это был год, когда я бы сказала, что Москва буквально кипела. Кипела, создавая новые театры, новые какие-то студии, новые какие-то небольшие кафе, где выступали молодые поэты, читали свои стихи и так далее. Мейерхольд открыл свой театр зорями Верхарна. И интересно было, что перед каждым актом выходил кто-нибудь из актеров и читал сводку с фронтов гражданской войны, о наших победах, о наших продвижениях, о том, как мы завоевываем дальше и дальше нашу свободную землю. Искусство тоже воевало. Маяковский работал тогда в РОСТА, Российском телеграфном агентстве. Он выпускал плакаты. Именно выпускал, как типография. В автобиографии «Я сам» вспоминал позднее. 1920 год. Дни и ночи роста. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал 1003 плакатов и 1006 подписей. Плакаты появлялись сразу вслед за событием. Иногда буквально через 40 минут. Тогда же, в 20-м, впервые прозвучало одно из самых ярких, самых маяковских стихотворений. Вы слышите голос поэта. Светись всегда, светись везде, дождей последний солнца. Светись и не гади гвоздей, вот Богу пол и пол. Свет новой жизни вставал над миром.
Из 37 стран съехались делегаты на второй конгресс коммунистического интернационала. Он был открыт в Петрограде и продолжал работать в Москве. Он не был в гостях конгресса. Он приехал домой, на родину социализма. Не все в этом зале знали русский язык, но слово Ленина чутко ловил каждый. Это была наука о задачах мирового коммунистического движения, о борьбе за освобождение колоний, о вреде оппортунизма правого и левого, о роли революционной партии. Наука побеждать. Молодая Советская Республика одержала много побед. И умом и сердцем знали мы, кто наши враги, кто друзья. Обратите внимание на эскорт. Может быть, эти конники сражались с белополяками, но польских рабочих встречали как друзей. А это учителя, предшественники, парижские коммунары. Мы осуществили вашу мечту, товарищ Леруа, товарищ Ге. Товарищ Энар. Товарищ Журкап. Свобода, она дается борьбой. Так она пришла в Баку. Глава республики Нариман Нариманов. Нет больше колониальной окраины. Вотчины Ротшильдов, Нобелей и прочих. Вышвырнутые интервенты. Есть советский Азербайджан. Свобода, она дается братской поддержкой, нерушимой солидарностью. Михаил Карлович Левандовский. Сергей Миронович Киров. Константин Александрович Механошин. Полпреды свободы. Советская Россия протянула руку помощи братским народам Туркестана, народу Армении. Одним из самых необычных моих впечатлений в России была встреча в Доме ученых с некоторыми крупнейшими представителями русской науки, изнуренными заботой и лишениями. У них нет новой аппаратуры. Не хватает пищи и бумаги. Лаборатории не отапливаются. Удивительно, что они вообще что-то делают. В 1920 году в Калуге была издана книга «Вне Земли». Константин Эдуардович Циолковский подробно описал в ней международный космический полет. В тот полет отправились шестеро. Англичанин Ньютон, американец Франклин, француз Лаплас, итальянец Галилей, немец Гельмгольц. Он назвал этих героев именами великих ученых. А русского героя он назвал Иван Иванович Иванов. Дата полета – 2017 год. Столетие Великого Октября. Наверное, Уэллсу и сама мечта, и срок исполнения ее показались бы нереальными. А Циолковский, веря в свою мечту, конечно, не предполагал, что она осуществится гораздо раньше. Немногие тогда мечтали о покорении космоса, и не только потому, что мы были бедны. Чуть не с каждой стены кричал плакат «Неграмотный, тот же слепой», а неграмотно было 3/4 населения страны. Путь к звездам нужно было начинать от букваря, с азов грамоты и культуры. В 20-м году в этом здании размещался коммунистический университет имени Свердлова. В нем не однажды выступал Владимир Ильич. Теперь здесь театр имени Ленинского комсомола.
Имя дано в память о давнем вечере. 2 октября. Снова 2 октября. И даже день недели тот же, суббота. И осень, говорят, стоит такая же, холодная и ранняя. И зал тот же. Дорогие товарищи, 2 октября 1920 года в этом здании, в котором мы сейчас с вами находимся, открылся 3-й Всероссийский съезд комсомола. С речью о задачах союзов молодежи выступил Владимир Ильич Ленин в этом здании. Сегодня на спектакле у нас присутствуют люди, ветераны комсомола, которые 56 лет тому назад в этом зале слушали речь вождя. И мы рады приветствовать сегодня здесь у нас делегатов 3-го съезда комсомола Екатерину Николаевну Логинову. Делегата 1-го, 2-го, 3-го и 4-го съездов комсомола Римму Яковлевну Юровскую. Делегата 3-го съезда комсомола и 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ивановича Шушпанова. Рядом с ветеранами делегаты 17-го съезда комсомола. Столивар с Магнитки, лауреат государственной премии Анатолий Богатов. Слесарь из Ленинграда Владимир Целуев. Московский инженер Вячеслав Синельников. Они были очень молоды, 17, 18, 19 лет. Они пришли сюда с фронтов, с рабочих окраин. Многие вступили в партию раньше, чем в комсомол. Ребята из 20-го года. Каждый из них, не задумываясь, отдал бы жизнь за революцию. Это было решено однажды и навсегда. Решено и тысячи раз проверено. Они хотели быть на самом важном, самом трудном, самом главном рубеже. Но где же он, этот рубеж? Что сегодня самое главное? Дело все в том, что мыслей у каждого много было, вопросов, сомнений, взгляда с оглядкой, так сказать. Вот на чем мы сейчас находимся, а что же дальше-то делать? И ребята, слушая, решают, что, пожалуй, самый главный вопрос – это вопрос о топливе. Без этого промышленность не двинем. Но наши товарищи, комсомольские работники сельских губерний, потрясают правдой. Ты что, правду не читала? Главное – это хлеб. А что Ленин, выступая на съезде Кожевников, сказал накануне? Что если не накормить рабочего, то и промышленность не пустим, и заводы в ход не можем пустить, хлеб нужен. Ты посмотри, в «Правде» написано, 20 тысяч гектаров земли осталось не вспаханным, не засеянным. Всем комсомолам в деревню надо двинуться после съезда. Партия, увидишь, пошлет в деревню комсомол. Ребята, железнодорожники у нас в Москве, крупный в то время был железнодорожный узел, и мы с горечью наблюдали и кладбище разгромленных, разбитых паровозов и ломаных вагонов, говорят, нет, подожди, без транспорта не обойтись. Надо подумать о том, чтобы все-таки большую часть кинуть на восстановление транспорта. Мы очень взволнованно все ожидали Владимира Ильича Ленина. Делегаты накануне открытия съезда узнали, что будет Ленин. Всю ночь не спали делегаты, обсуждая, о чем будет говорить Ленин. Куда он позовет, куда он поведет. Ленин обещал быть 8 часов. Мы, значит,
ждали очень, волнуясь, чтобы был порядок. У нас был выделен комендант съезда Вася Рунов. Этому Васе Рунова не хватало 3 месяца до 17 лет. И вот этот Рунов, который должен был на лестнице встретить Ленина, ему был дан еще такой связист, еще моложе его, Гриша Связной. Его звали. Связной. Связной. И, значит, он должен был бежать нам сказать, что Ленин приехал. А получилось так. Рунов встретил Ленина на лестнице. Поздоровался с ним за руку и ведет его по лестнице. А Гриша-то, заглядевшись на все это, раскрыв рот и глаза, позабыл идти к нам сказать, что Ленин приехал. А уже 8 часов. А Ленин очень аккуратен. Он дорожил и своим, и чужим временем. Ленина нет. А Ленин ровно в 8. Когда это он пошел по лестнице, он быстро прошел через фойе и прямо за сцену. Вы знаете, и вдруг мы слышим за своей спиной: «Здравствуйте, товарищи!» Мы окаменели. Сделались красные, как раки. Слов нету. А Ленин, значит, так приветливо поздоровался со всеми с нами, за руку раздел свое пальто, можно идти говорить. Мы говорим этому коменданту: давай звонок. Он говорит: какой звонок? Уже зал полный весь, уже делегаты все там. И действительно, делегаты заняли все места, и стоячие, и сидячие, и на окнах, и подползали к сцене, и залезали на сцену. Ну, был такие овации, это крики: «Ленин! Ленин!» Где-то запевали песню, там это делегаты, ну, прекратили. Ленин никак не может успокоить, он показывает на часы. Делегаты не унимаются, потому что так велико было, такая великая радость была о том, что приехал Ленин говорить с молодежью. Я хочу только, знаете, что добавить, Ирина моя? Да. Владимир Ильич, вот я помню так. Достал из левого кармана несколько листочков бумажки, перекладывая один на другим, он просмотрел, видимо, все тезисы свои и положил обратно, и больше не возвращался. И у Ленина не было ни трибуны, он стоял, ходил вправо, влево, подавался вперед, оттягивался назад, заложив руки за спину. В общем... Вот, к сожалению, нет ни фотографий, ни кинохроники. Да, вы знаете, что ведь это произошло по вполне понятных причинах экономических трудностей того времени. В Москве не хватало электроэнергии. Была, говорят, и кинолента заготовлена, было и фото, но надо для вспышки все это было света. А света нам давали 3 лампочки на каждую люстру. Каждый имел, если можно так выразиться сегодняшним языком, личный план. Вот кончится гражданская война, и сядем за парту, за книгой. Мечтали об этом ужасно. Вот у нас московские ребята, когда проходили мимо Московского университета, всегда говорили: вот в эту аудиторию мы войдем. Мы и внутрь входили, осматривали аудиторию. Была так крупная аудитория в старом здании МГУ, которая называлась коммунистической аудиторией с первых дней революции. Вот мы там себе облюбовывали места. И думали: вот здесь мы будем, отсюда мы начнем вхождение в науку. И когда мы услышали уже первые слова Ленина, стали вслушаться в то, что он говорит, мы поняли, что мы мало даем революции, что партия вправе от нас требовать больше. И вот с этого момента я по своей, по московской организации, куда я вернулась после съезда, могу сказать, что это чувство ответственности, выросшее, стало сказываться во всей нашей работе. Как раз на примере вот нашей сегодняшней реконструкции, которая уже по существу наступила с этого года, с первого года 10-й пятилетки на нашем комбинате, чувствуется ответственность комсомольцев. Они сейчас создают ударные комсомольские отряды на реконструируемых объектах. Они создают ударные бригады, штурмовые бригады, когда-то которые назывались на нашем магнитострое. Вспоминаю, на съезде на 17-м Анатолий от имени металлургов страны подарил съезду слиток символический, в котором, наверное, были собраны все, что ли, чаяния молодого рабочего класса нашей славной магнитки. Мы, молодые ученые, также считаем, что в этом слитке как-то
есть и доля нашего труда. Очень приятно было, что вот 17-й съезд комсомола уделил проблеме научно-технического прогресса, участию молодежи очень большое внимание. Володя, кто ваш учитель? Моим учителем был замечательный человек Степан Степанович Витченко, который всю свою неиссякаемую энергию, все лучшие свои человеческие качества, всю свою душу, как говорится, все отдал нам. И мы с годами, работая с ним, тепло называли его батей. Ну, с именем Степана Степановича Витченко связано и зарождение у нас в стране движения наставников. И вот все то, что он нам показал, все то, что он передал, как он нас заинтересовал, передал свой энтузиазм, как он работал с огоньком, все это где-то появилось у нас. И вот сейчас появились в движении наставников молодые наставники, которые переняли опыт старшего поколения и стараются все это передать своим подопечным, которые приходят в наши коллективы. Добиться того, чтобы каждый молодой человек мог бы с гордостью о себе сказать: «Я член Великой армии труда». Вот как отвечают рабочие молодежь Ленинграда на этот призыв Ленина на третьем съезде. Вот вам и смычка того поколения, и нынешнего. Как можно этим не восхищаться? Нет, мы любим молодых людей нашего времени. Это самая большая наша привязанность в жизни. А если есть недостатки, изживутся постепенно. Мы гордимся ими, этими ребятами из 20-го. Им досталась нелегкая, но завидная судьба. Они сражались с неграмотностью, с разрухой, с нищетой. И, наконец, они просто сражались с оружием в руках. Ведь для тех, кто собрался в зале Коммунистического университета в октябре 20-го года, гражданская война еще не кончилась. Нужно было дописать ее последнюю страницу, добить Врангеля. Накануне решающих боев на Южный фронт прибыл новый командующий. «Где он научился воевать? Откуда и кто он?» – нервно запрашивал Врангель свою разведку. В Иваново-Вознесенске на Пресне 5-го года его звали Арсением. В Сибири – Василенко. В Москве, Петрограде и Минске 17-го года – Михайловым. Михаил Васильевич Фрунзе. Операция готовилась тщательно. Наверное, самое страшное на войне – идти под пулями по открытому, голому, как ладонь, пространству. По этой вот степи. Идти – значит, что назад пути нет. А впереди колючая проволока, глубокий ров и высокий вал. Он тянется через весь Перекопский перешейк. Вот какие надежные норы вырыло себе белое воинство. Мы ждем врага, чтобы он разбил себе лоб, а нашу неприступную мощь хвастались они в своих газетах. А мы не собирались разбивать лба. Штурм Перекопа решено было обеспечить неожиданным ударом в тыл врангелевцам. Было решено скрытно, ночью, перейти вброд Севаш, Гнилое море. Это было в день третьей годовщины октября. 270 лучших коммунистов и комсомольцев составили штурмовую группу. Комиссаром была женщина, начальник политотдела 15-й дивизии. Выполните ее по фильму «Наша биография. Год 19-й». Это она, товарищ Шура, Александра Александровна Янышева.
Проводником вызвался идти местный крестьянин Иван Иванович Оленчук. Через 20 с лишним лет он проведет через Севаш солдат 3-го Украинского фронта. Вслед за передовым отрядом двинулись основные части. Они вышли на Литовский полуостров и вступили в бой. А что происходило возле турецкого вала? Об этом вспоминает Кузьма Васильевич Алексеев. Я всякий раз, когда подхожу к этой диораме, прямо скажу, волнуюсь. Пережитым когда-то в этих боях. Я непосредственно участвовал в перекопских боях. Был командиром пулеметного взвода в 51-й дивизии Блюхера. 8 ноября 51-я дивизия, все полки 51-й дивизии встали перед этим турецким валом, перед перекопом, чтобы его атаковать. Командовал полками 51-й дивизии Блюхер, легендарный Блюхер Василий Константинович, который первым получил у нас в Красной Армии орден Красного Знамени. Наш 455-й полк, куда входил и мой пулеметный взвод, первым атаковывал, первым шел в атаку на этот перекоп. В оперативных сводках хроника штурма расписана по часам, по шагам. Четыреста шагов до вала. Пятьдесят шагов до вала. Подошли к самому валу. Поднялись на вал. Нужно было покончить с Врангелем. Вот нельзя было допустить, Ленин нам призывал, нельзя допустить, чтобы Врангель остался зимовать в Крыму. А перекоп закрывает как раз вход в Крым. У нас лозунг был такой, клич «Даешь перекоп, даешь Крым, вот, даешь Врангеля». Комиссар наш Белобородов призывает бойцов, коммунистов вперед, бойцы вперед, даешь перекоп. Вот. Потом, товарищ, этот комиссар был тяжело ранен. Несколько раз он, несколькими пулями он был прострелен. И мы его, когда возвращались уже из Крыма, с почестями хоронили здесь вот в районе перекопа. 9 числа мы перекоп захватили. Значит, всех охватило радостное чувство. Вот. Мы какую ночь не спали, и все-таки у нас уже пропала всякая усталость. «Красные орлы», так начинался приказ по первой конной. Пехота блестяще выполнила свою задачу. Теперь дело за вами. Стремительно летели красные орлы. А эти
Давно ли перья взвейте с сокола орлами? Один из видных деятелей контрреволюции Василий Шульгин писал с горечью: «Увы, орлы не удержались на орлиной высоте, и коршунами летят они на юг вслед за неизменными обозами с добром, взятым у благодарного населения. Взвейте с соколы ворами». А первая конная шла дальше, на Евпаторию, на Севастополь, на Феодосию, на Керчь. Ни один военный специалист в мире не спрашивал теперь, где он выучился воевать. Полководцем его сделала революция. Республика отметила его высшей наградой, почетным революционным оружием. «Предсовнаркома, товарищу Ленину, сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован. Точка Фрунзе». Так была дописана последняя страничка гражданской войны. Как вы представляете себе будущую Россию? Россия покроется густой сетью электрических станций и мощных технических оборудований. Наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной, равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей? Осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего. Мне пришлось не очень давно быть на одном крестьянском празднике в отдаленной местности Московской губернии, в Волоколамском уезде, где у крестьян имеется электрическое освещение. До отдаленной местности нынче 2 часа езды на машине. Деревня Кашины. Отсюда Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская получили церемонно написанное приглашение. 14 всего ноября состоится открытие электрического освещения в селении Кашино, на каковое покорнейше просим прибыть, разделить ту радость, которую мы ощущаем при виде электрического освещения в крестьянских халупах, о котором при власти царей крестьяне не смели думать. Ваше присутствие весьма желательно. Порядок праздника. Прием гостей от 7 часов утра в доме братьев Кашкиных. В 4 часа митинг с оркестром музыкантов и пением интернационала. В 6 часов вечера обед. В 8 часов вечера балет молодежи деревни с участием струнного оркестра. Когда писали приглашение великому Ленину, кто думал, кто мечтал об этом, что такой великий человек приедет в Заколовскую деревню? К нам, неграмотным мужикам. Я встречал его около дома Кашкина, когда подъехал Владимир Ильич к дому, вышел с Надеждой Константиновной Крупской, я просто с нами поздоровался. И мы очень рады, что с ним поздоровались. Ну и пригласили их в дом. Рядом с Ильичем Иван Степанович Ашмарин. Это он нас встретил возле дома. А тогда Иван Степанович только что вернулся с гражданской войны. В войну этот дом был разрушен. Его восстановили по фотографиям, по живой памяти, собрали обстановку, утварь, сделали все точно так, как было в тот день, 14 ноября. Он беседовал с крестьянами. О чем? Каждый бережет в памяти свое, особенное. Что запомнилось Евдокии Николаевне Бариновой? Очень интересно, когда он только вышел из дома и спросил: «Крестьяне, как вам живется? Люди, все кто, что? Кто подбежал плохо? Женщина плачет, мужья погибли». Ну, Владимир Ильич все внимательно выслушал, очень внимательно. Ну и когда, и потом, да, только так, разика два поглядел на всех, кто как, и пошел вот на трибуну. И я почему-то, мне очень хотелось поближе к трибуне. Народу очень много. Все-таки я пролезла, как говорят по улицам, настырная, что ли, была. Пролезла очень близко к трибуне. Что мне в то время понравилось, когда Владимир Ильич стал говорить? Он много сказал о женщин.
недалеким будущем наша женщина будет участвовать во всех делах, во всех государственных делах. Даже самая последняя кухарка, и та будет руководить государством. Мне такие слова стояли, я и думала, как мне думать, неужели это будет правда? Потому что жилось очень плохо женщинам, мы знаем. А я воспитывалась 11-я, у отца много, земельки было мало. Я стояла и думала, неужели настанет? И вот мы тут же, кажется, в 21-м году уже организовали машинное товарищество. Уже светом молотили. У света уже, у нашего свет уже пошел по нашей местности и молотили уже машинами, светом. А потом стали организовывать колхоз. Конечно, я тоже впереди была, потому что жизнь прекрасная, надо завоевывать самим. Отсюда и пошло крылатое выражение «лампочка Ильича». Владимир Ильич приезжал в Кашино 14 ноября, а 22 декабря в Большом театре открылся 8-й Всероссийский съезд Советов. С докладом об электрификации страны на съезде выступил Глеб Максимилианович Крыжановский. Помните, в январе Ленин написал Крыжановскому о необходимости разработки плана электрификации. Владимир Ильич спрашивал тогда, если бы еще карту России с центрами и кругами, или этого еще нельзя? На съезде такая карта была. Но чтобы зажечь ее, потребовалось на время прервать энергоснабжение всей Москвы. 95 лампочек загорелось в Кашино в 20-м году. 90 планов ГУЭЛРО выполнили мы с тех пор. Пульт единой энергетической системы Советского Союза. Юрий Александрович, еще 200 снимите нагрузки. Да, будет 900. Хорошо, делайте. Валентин Васильевич Кучеров, старший диспетчер Единой энергетической системы Советского Союза. Скажите, пожалуйста, а с какими станциями вы можете связаться с этого пульта? Практически мы можем с этого пульта связаться со всеми электростанциями Союза. Но мы связываемся с главными электростанциями.